Всем привет, с вами Димон про 163. Сегодня у нас будет выпуск с халявой. Давно не было видосчиков с халявой. Но сегодня наконец-то этот момент пришел. Ну а что ж, мы начнем. Что из халявы есть? Есть такой пазл. Вот можно сет собрать целый. Что-то у меня вот тут есть, уже забрал. Выполняйте вот тут миссии несложные. И все. Готово. Еще есть. Тут нужно было собирать. Вот такие вот билетики. Еще вот такое событие есть. Оно появилось недавно. Есть тут головной убор, страж порядка, костюм. Мне больше костюм понравился. После активации костюм страж порядка активируется. Активация другого предмета не будет возможно 72 часа. Активировать? Да. Мне понравилось. Ну, войдите в игру, пойдите в топ-20. Потратьте 30 UC, еще раз... Дважды попадите в топ-20, попадите в топ-10 в классическом режиме. Недельные есть задания. Максимум вот сколько стоить будет, чтобы вы сразу забрали. Ну, я думаю, не стоит так сразу прям тратить юсишки. Еще такое. Это уже давно событие. Продаете, вот, обмениваете. Потом же. Можно будет получить навсегда вот. Вот такой костюм и юмпик. Он детализированный, как я увидел. Ну, классный. Еще можно с аджишками тут купить купоны. Ну, а сейчас еще покрутим с топ-эмкой и с Годзиллой. Теперь с топ-эмкой. Сейчас серебро, наверное, выпадет, как всегда. Ну да. И вот еще какое событие утром вышло. Тут можно, короче, вот такие костюмы получать, легендарные, за юсишки, как вы видите. Костюм вот есть навсегда. Крутите тут. Его можете купить потом вот это вот. Вот это все навсегда. Тут миссии всякие выполнять. Можно приобрести цешки. Тут много разных классных костюмов есть. Очень классные. Есть еще такая. Ну тут вам не повезет, скорее всего, потому что только арабам попадают вот здесь, в этом событии. Войдите в игру. Короче, вот так. Ну, а давайте посмотрим на этот костюм. Знаете, смотрите, давайте вот сравним вот этот из РП второго сезона с этим. Ну, прикольный. Халява такая, очень хорошая, сочный костюм полицейского. Мне понравился, если честно. В нем можно погонять. Один из самых лучших легендарок. Ну, похож на мой, если честно, который я сейчас ношу. Сейчас можно, в принципе, классику покрутить. Поубивать постараемся что-нибудь интересное. Да, не хватает. На Посейдона покрутил, ничего нормального не выпало.
Естественно, никому ничего нормального не падает с Посейдон. Ну, может, кому-то за серебро или за усишки выпала эмоция. У нас костюм добавили, который был раньше в ящике припасов. Ну вот. Я один раз выбил с према. Один раз открывал, выпал вообще рюкзак, который у меня сейчас есть. Вот он, вот этот вот, Меха-Годзилла. Я вообще был в шоке от щедрости разработчиков. Но я вам скажу, для фритоплейных игроков разработчики больше халявы дают, то есть серебро на халяву всем дают вообще. То есть не могут они больше шансы сделать. Ну, шансы сделали, конечно, в ящиках больше на выбивание легендарок. Но разрабы не торопятся. И еще халява. Последняя. Метро добавили обратно. И режим там Годзиллу, где нужно Меха-Годзиллу убивать. Наконец-то. Я вчера поиграл. Прикольно. Очень был рад, то, что вернули. Наконец-то метро Экзодус. Я вот тут залутал, АВМ из босса выбил. Ну, короче, классно все. Вот, 5 уровня есть бронежилет. Что самое классное? Давайте посмотрим. Прикольная, согласитесь. Так что вот, что у нас добавили. Все то же самое, но вот есть тут халява. За то, что вы, если вот дойдете до этого ранга, боец 5, получите маску. За элиту 5, выживший костюм. Короче, выживший. Если его получите. Вот тут премиум ящики есть еще. Короче, надо очень много играть. Классический ящик еще есть. Вот. На третьем ранге. Есть вот такие части метро рояль. Это вам вот эти вот. Это можно сказать режим рейтинговый. Вот этот вот. Видите, вот тут 215 из 500. Это рейтинговый. Это как классический матч, я вам скажу. Рейтинг учитывается. Надо собирать вот эти вот монетки. Вам это в рейтинг пойдет. Ну а с вами был Димон про 163. Всем удачи. Пока.